Здравствуйте, друзья! С вами я, Конор 2001, и у меня есть две новости. Плохая и хорошая. Начнем с плохой. Плохая новость в том, что у меня сломался планшет. Третий раз уже сломался. Сломался на том же месте, что и в предыдущие разы. То есть сломался экран. То есть экран треснулся. Экран весь в трещинах, дисплей сломался. Да и сенсор вовсе перестал реагировать на касание пальцем. Ребят, в общем, требуется деньги на ремонт планшета, так что стоимость ремонта составляет примерно 2-3 тысячи рублей, так что, друзья, загляните, пожалуйста, в описании, там вы найдете донат. Заходите туда и скидывайте денежку. Всего нужно собрать примерно 2,5 тысячи рублей, чтобы отремонтировать планшет. В общем, вот такая вот печальная новость, друзья. Но это не обозначает тот факт, что видео вовсе не будет. Они будут, но я их редко буду снимать из-за того, что у меня не хватает идей. Ну и есть хорошая новость. Хорошая новость в том, что я на своем резервном канале Яконор 2001 набрал 30 подписчиков. Можно сказать, третий юбилей на этом канале. Могу даже коротко рассказать об этом канале. Этот канал я создал 9 апреля 2019 года, и раньше он назывался канал Совет Яконор. Канал представлял за собой различные видео по тематике, связанные с мультсериалом «Озорные анимашки». Но потом вступили в силу новые правила Ютуба. Естественно, почти все видео попали под детский контент. И в итоге я решил переименовать свой канал название Совет Яконор на Яконор 2001 резерв. То есть теперь у меня появился резервный канал. Переименование состоялось в начале марта 2020 года. Я также делал несколько видео, которые в надежде, что я верну несколько подписчиков. Но получилось плачевно. У меня было 18 подписчиков, затем 19, а потом добрался до 20. За все время, пока я сейчас тусую на основном канале Яконор 2001, количество подписчиков на резервном тоже поднималось. Сначала было 25 подписчиков, затем 27, 28 подписчиков. И так прямиком до 30 подписчиков. Но была еще одна проблема в том, что у меня... Проблема еще была в том, что у меня больше... То, что просмотры якобы падали. Где-то было 20 подписчиков, где-то 20 было, где-то 30. Раньше я тогда набирал. В своем первом видео я набрал 555 просмотров. А уже во втором почти 1500. Я пока что фиг знает, в чем успех, но я, возможно, могу сказать лишь одно. Весь успех был в предыдущей тематике, которая успешно ранее набрал почти 1000 просмотров. Но уже потом, после смены своей тематики, у меня все пошло кувырком. И, друзья, в общем, на сегодня пока что все. Спасибо всем, кто смотрит это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забудьте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Ну и, конечно же, не забывайте, что у меня есть резервный канал. Переходите по ссылке в описании. Там моя группа ВКонтакте, в Одноклассниках, Донат, который я говорил в начале, и этот самый резервный канал. Пока что все. Всем покедова!